Моноспектакль Сергея Корякина «Москва петушки» прошел в театре «Камерная сцена». На нем побывала моя коллега Екатерина Клемишева. «Москва петушки» с остановкой в Лобне. В театре «Камерная сцена» прошел спектакль по знаменитому произведению Венедикта Ерофеева. Трагикомедия, моноспектакль, постановка и исполнение Сергей Корякин. На третьем, по-моему, курсе еще театрального института я прочитал эту поэму и влюбился в этот текст. Это гениальный совершенно текст, это большая литература. Я делал для конкурса чтецов отрывок из нее. Всероссийского тогда еще, тогда уже международного. Вот. Но с тех пор вот носил себе эту идею воплотить это на сцене. Сначала думал о спектакле на несколько актеров, но в результате вот получился моноспектакль в таком достаточно лаконичном варианте. Но от начала до конца все это произведение здесь. Выпускник школы-студии МХАТ Сергей Корякин получил известность благодаря многосерийному телефильму «В круге первом», где сыграл одну из главных ролей, и сериалу «Высший пилотаж». Сейчас его фильмография включает 45 работ. Также на счету актеры несколько проектов в Государственной филармонии и роли в московских театрах. Трагикомедию «Москва петушки» Сергей играет на разных театральных площадках. Одной из них стала «Камерная сцена». Все говорят «Кремль, Кремль». Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь, как попало, и ни разу не видел Кремля. Венечка Ерофеев – пьяница и поэт. Он едет из Москвы в Петушки, а оказывается совсем в другом месте. И пока длилось это странное путешествие, зрители слушали его рассказ о человеке и человеческом сердце, о душе, уме, совести и вкусе, о мировой скорби и о благословенных петушках, где ждут его бесстыжая царица и розовощекий младенец. Его исповедь наполнена самоиронией. Глубокая искренность и открытость сочетаются в ней с юмором и шутовством. Персонаж этот, я его так почувствовал, что это, ну, это не просто пьяница, да, и алкоголик, это восторженный человек, который не может жить без поэтического восторга, и он алкоголем поддерживает себя в этом состоянии. Естественно, это гибельный путь, и он, в общем-то, это понимает, но все равно вот решает прожить свою жизнь так. Поэтом, восторженным, остро чувствующим. Это смешной и страшный спектакль о сложных отношениях индивидуума с окружающей действительностью, о призрачной возможности создавать свою реальность и жить в соответствии со своей верой, о жизненном выборе и плате за этот выбор. Спектакль-монолог, исповедь главного героя, сильная работа известного актера Сергея Корякина в театре «Камерная сцена». Екатерина Клемишева, Алексей Орлов, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».